Суть такова. Я стою перед КПП, рядом со мной плоть и всякая прочая хуйня, а когда я приближаюсь и говорю, что хочу пройти, в меня хуярят с калашей. Ну вот такова жизнь, блядь, в меня хуярят с калашей, и я начал искать какие-то другие варианты, мансанул, блядь, налево оттуда. Там как бы все было в полном порядке до тех пор, пока на меня не напали миллион собак слепых. Просто, блядь, их были сотни. Заваленное дерево, собаки. И я хуярился с ними просто не на жизнь, а на смерть. Несмотря ни на что, я смог победить их и перебежать на ту сторону. При этом меня охуительно облучила радиация, и мне пришлось бахать в себя антирадин, как вы можете видеть по моим глазам. И с помощью антирадина и артефакта у меня на поясе я выдержал всю эту радиацию, у меня за мной была погоня кабанов, но я смог вернуться в деревню, и вот отсюда я с вами включаюсь. Все.